Задал интересный вопрос. Инна, есть у вас любимые стихотворения? Есть, очень много. И одни из самых любимых – это стихи гениальнейшего Андрея Орлова, Орлуши. Он пишет настолько точно, хирургически определяя эпоху, что это, конечно, очень задевает. Как сказала одна женщина, Андрей, от ваших стихов перехватывает дыхание. Это правда. И одно из таких стихотворений – это послесловие к реквиему по Боингу МН-17, который назывался «Над пропастью во лжи». Мы живем над пропастью во лжи. Страшной правде не хотят признаться. Те, кто отвечает «Докажи» на вопросы по МН-17. Как когда-то школьная шпана покрывала кореша ворюгу, так сегодня целая страна в круговой поруке врет по кругу. С нами хоть Европа не дружи, нам-то что? Ведь деды их бивали. И про лайнер, сука, докажи. Мы в гробу ваш трибунал видали. Докажи, ссылаясь на Фейсбук, что в Донбассе видели чеченцев. Докажи, что установки БУК были у луганских ополченцев. Докажи, что в поле спелой ржи делал селфи на крыле убийца. Докажи про лайнер, докажи, кто с пути помог пилоту сбиться. Докажи, кричит моя страна, докажи, что Украине уроды. Докажи, что там идет война, а не помощь братскому народу. Докажи, несется по стране от Владивостока до Кавказа. Докажи, что привезли жене тело в камуфляже от спецназа. Докажи, паршивый стихоплет, что стихи писал не по заказу. Неизвестно, был ли самолет тот, что не сбивали мы ни разу. Пусть Европу оторопь берет. Знает власти и любая бабка. Вор не воровал, и вор не врет. Но горит, горит на воре шапка. От горящей в шапке ваты вонь улетает грязным дымом в небо и опять командует «Огонь!» Тот, кто там, где был, ни разу не был. Год прошел, и много лет пройдет. Отгремят и заржавеют пушки, и однажды девочка найдет в поле обгоревшую игрушку. Пыль и грязь с игрушки оботрет, увезет с собой домой в Одессу маленький малайский самолет, тот, что дарит детям стюардессы. Правда не осилит силу лжи, если против правды есть закалка. Тем, кто знает слово «докажи», не докажешь ничего. Жалко. Снова будет гнать своих коней солнце, управляя колесницей. А июль всегда 17 дней для ушедших в небо будет длиться.